Герман и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Герман. Мы продолжаем играть в фантастическую рыбалку. И такой у нас был перерывчик с вами, длинный. Я хотел записать турнир, как я буду играть, но в итоге никак не попадал на него. Хотел записать живец, потому что он легкий, но по времени никак не мог попасть, ну, в этот промежуток времени, то обычно в 10 освобождался, то еще как-то, ну, короче, не получалось у меня, короче, в это время сыграть турнир. А другие турниры я не могу играть. Так вот, решил, что хватит фигней страдать, надо уже, да просто дальше я не рыбачил, потому что уровень, ну, видите, короче, он уже был почти 10, или, 11. И поэтому, если бы я 11 уровень взял, я бы уже не смог участвовать в турнире. Вот в чем прикол этой фишки. Но я в итоге, короче, решил заснять все-таки серию и дальше прокачаться. Давайте теперь отправимся. Единственное, что я делал эти все дни, это я играл в рулетку. Ну, как раз себе нашкреб деньги на... что там у нас? На Ладогу, наверное. Да, если я не ошибаюсь. Ихтиолог Левин. Левин. Так. Карта. Перешейк. Ну да. И здесь уже непосредственно будем ловить. Мне тут кто-то писал, что Герман, если ты ловишь эту рыбу, то плов не должен быть на дне. Он должен быть там в 10 сантиметрах от дна. В 50. Окей. Вот, видите, 32. Давайте поставим на 420. Итак, все, наверное, позакидываем удочки на 420 глубину. Я так подумал. Поставим их на 420. И будем ждать, пока клюнет рыба. Посмотрим, как этот план работает. Наверное, даже чуть-чуть сюда. Вот. Потому что... Улитки я накупил много, рыба клюет не очень часто, но улитка уходит все равно быстренько. Садок забивается, садок сейчас пуст. И прибыль у нас выходит около 2000. 2000 кредитов, это очень хорошая прибыль. Такая неплохая. Вот, я тогда... А, почему я уехал с этого пруда? Стартовал, я как-то играл вечером и стартовал вот этот турнир, который я хотел записать. И я уехал туда, на этот, на Подмосковье, и думал запись включить. Но так как у меня, ну, я не мог, у меня гости были, приехали. И потом... Я решил поиграть, но тоже потом меня выдернули, сказали, там помощь нужна, и в итоге турнира даже не успел поиграть. Я только, ну, зашел в него, мне написали, ловить рыбу окуня надо, и все. Я сразу хопа, думаю, ну, и меня тут позвали, говорят, давай, типа, помочь надо. Ну, я ушел, пришел где-то в часов 11, ну, блин, думаю, все, уже ж куда снимать, турнира нет, и уровень, короче, ж на этом же месте. Думал, блин. Ну и назад, короче, так подумал, косарь. Назад же ехать, надо полтора косаря. Ну, как видите, сейчас потратил деньги опять на то, что просто приехал сюда. Но это, в принципе, оно окупит сейчас полный садок рыбы. То есть 2000 мы с вами сейчас заработаем. Нормально. А что ж мне тут писали? Кто-то ловил. А, ловили эту рыбу на этот. Ой, на лабораторию, вот. И писали, что лучше всего ловить вот так вот. Ну, подписчики, естественно, мы. И она клюет что-то вроде чаще, но зачеты меньше. А может, я ошибаюсь. Ну, что-то давненько писали. Окей, еще что хотел сказать. Стартует новый сезон второй террарии. Я смотрю, многих эта новость обрадовала. Причем так неплохо обрадовало. Что я хочу сказать о новом сезоне, о втором. Я вот думаю о нем.
Вы мне тоже в комментариях напишите. Именно те пишите, кто хочет смотреть эту игру, или тем, кому понравился трейлер. Я думаю сделать второй сезон, типа такой обучающий. Допустим, как построить ферму, как убить того босса, как то, как все. Короче, как правильно сделать блок. Все. Ну, короче, полностью все. Хочу вот так вот сделать. У нас не будет вот как в первом сезоне, что мы просто с вами там бегаем, я там где-то туплю, то неправильно, это неправильно. Там что-то то не купил, то продал, вот так вот что-то ищем с вами пару серий, там, а то и 10 серий, а потом находим. Нет, такого у нас не будет. Я думаю сделать именно вот обучалки. Вот именно вот рассказывается все подробно, что где, с кого, когда, как, почему, зачем, для чего. Вот именно в таком плане. Думаю, такой сезон будет намного востребован людьми, так как я, когда искал, как делать, допустим, ферму хлорофилла, я так и не нашел на YouTube нормального видео. Там были какие-то видео, но они нормально вообще не объясняли. То же самое, имею в виду за американских людей, так сказать, народ американский из Америки, тоже нету. Нету нормальных ферм, не показано. Показаны, да, там постройки какие-то такие крутые, еще там что-то, но ферм нету. Вот это единственная проблема, мне не понравилось это. Я потом сделаю, наверное, фермы по всем, что можно сделать, такие красивые фермы, и потом уже вам непосредственно покажу фермы и расскажу, как их что делать. Оба-на, вы получаете 1 свободных очков. Ну, понятно, я... Только жалко, 1 уровень, 1 свободное очко. Хотя бы 2 или 3 давали. Окей, давайте все в торговлю кидаем. Потому что потом ее можно будет обнулить. Обнулить 50 валюты. Можно будет все. Так, опля. Ловим. Рыбку. Еще что в рыбалке, я вот думаю, мне тоже там писали, что некоторые хотят, чтобы я русскую рыбалку продолжил. Да, я помню, я хотел сделать 100 серий по русской рыбалке, но пока что ее продолжать я пока что не хочу. Пока что сейчас занят террарий. Еще хотел сказать насчет террарий. Будет выкладываться так. Наверное, вы знаете, что я сотрудничаю с сайтом видеогеймплей.ру. Если я буду выкладывать серии так, я записал одну серию, наверное, буду только по выходным. Я заранее все серии засниму сразу же. Или так на неделе буду 2 снимать, потом выкладывать. Вот так вот. Наверное, так будет. Выходные. То есть в субботу, воскресенье будет выходить одна серия, обучающая по террарии. И будет выходить так. То есть в субботу выходит серия, на YouTube вы ее не увидите. Она будет транслироваться только на сайте. Понятно, да? Playground.ru. Ой, вы можете зайти, посмотреть ее там. И там я потом уже решу, через пару-тройку дней, где-то в середине недели, я уже открою сразу 2 серии, субботы и воскресенье, где-то, может быть, в среду. Так вот. В среду вечером я открою эти серии, они будут доступны для просмотра на самом YouTube, на моем канале. Если вы там не захотите смотреть на сайте, вы можете дождаться среды и зайти посмотреть у меня на канале. Вот так вот. Вот, в принципе, вот такой вот, наверное, будет график по террарии, скорее всего. Видео постараюсь сделать по всем боссам, которые есть, по всему-всему. Ну, по всем боссам, наверное, обещать, конечно, не могу, но по фермам, думаю, свободно. Потом там какие-нибудь там, я не знаю, будем что-нибудь еще попридумываем, кто будет тоже играть. Кстати, насчет террарии могу сказать еще одну интересную вещь, что вы можете даже играть в нее на пиратке. Не обязательно под лицензию, но у меня лицензия, обновления сейчас начали выходить, то есть игра ожила. Разработчики решили, хватит нам это терпеть, пора игру возрождать. Игра как бы популярность у нее есть. У этой игры даже сейчас
в это время года, так сказать. И они все-таки обновляют игру, добавляют новые вещи, красивые вещи, такие эффектные. Еще говорят, будут добавлять финального босса. Помимо финального босса добавят еще, наверное, пару-тройку боссов. Вот, здесь что-то все о Террарии, давайте о рыбалке поговорим немножко. О рыбалке хочу у вас взять совет. Я уже спрашивал, наверное, где можно половить неплохо. Мне там писали, что на большеротом окуне можно, тоже Саня писал. Но я хочу вот что-то рыбу, на которой можно, ну, выносить хотя бы по 4000 с прибылью. Вот, допустим, здесь я выношу 2000, да, а там я хочу выносить по 4000. Ну, если такой рыбы нет, то там, если 3 с копейками прибыль получается, то тоже хорошо, напишите обязательно. Только главное, чтобы наживка не была там какой-то очень дорогой. Чтобы наживка была нормальная. Не, ну хотя, в принципе, если будут, вот, я имею в виду, вот как здесь, вот, на наживку мы тратимся, но у нас получается там 2000 чистых у нас выходит. Вот я хочу точно так же. Вот даже если буду тратиться на наживку, чтобы у меня выходило где-то 3000 или даже чуть больше чистых денег. Переезд на базу там вы не считайте, потому что это как бы отобьется рыбой, которую я здесь ловлю. И, ну, или которую вы будете ловить. Поэтому переезд на базу сюда в счет можно не брать. Но если, конечно, там какая-то цена действительно дорогая за переезд, то желательно написать в комментариях, что типа так и так, там, допустим, 20 тысяч стоит переезд, без 20 тысяч не советую, типа, ехать, и там без каких-то еще денег минимум 25 иметь тысяч или 30, вот так вот, было прикольно. Уже 28 рыб выловили, отлично, деньги у нас идут потихоньку, опыт тоже капает, правда опыт идет медленно, довольно медленно. Ребят, зачет походу 13. Неплохо. Но я не вижу ничего интересного в прокачке здесь. В принципе, за разряды вообще ничего не дают. Разряд и разряд. Ну, типа, как и во всех рыбалках. Ну, просто хотя бы давали, я не знаю, там, какие-то призы, я не знаю. Разряд повысил, там денежку немножко дали. Было прикольно. А то так вообще никак. Или хотя бы уже этих очков бы побольше давали. Но тут напряг с деньгами в основном. С деньгами, с этим, с рюкзаком. С рюкзаком тут вообще постоянно напряг. Ну, если с рюкзаком напряг, значит, следовательно, и с деньгами напряг. Вот такие вот дела. Но тут тоже, я не знаю, смотрите, сколько надо времени, чтобы... вот, допустим... ловить, вот так вот деньги зарабатывать. И тоже там мне кто-то писал, что до 20 разряда будет легко, потом надо будет либо деньги закидывать, либо действительно постоянно сидеть в игре. Но я думаю, мы заснимем, я засниму где-то серии 20 тоже по ней. И все, и как бы закончу летсплей. Если потом будет что-то крутое, или там вы мне потом там скинете... Я, наверное, в последней серии там оставлю свой финансовый шлёп. Если вы мне туда там поскидываете, там, сколько там кто может средств, то, может, потом задонатим с этих денег. И потом уже продолжится еще летсплей там, на 10 серий. Засниму еще новые серии, посмотрим, что оно будет. Просто сейчас с вот этими удочками, с рюкзаком, с садком, вообще сейчас смысла нет ловить. Кроме какой-то на этой рыбе только сидеть. Одна такая удочка стоит 3000. А, то есть за садок мы получаем 2. Нам надо 2 садка рыбы, чтобы купить удочку. Но они, конечно, еще долго будут жить, но все равно. Я не знаю. Сколько тут, ну, в принципе, на этой рыбе я заработал. Ну, сколько я заработал? Я уже не помню. Ну, тысяч уже, наверное, 12, может даже больше.
только вот на вот этой рыбке. Рыбка неплохо дает всего. Вот тут мне тоже написали за этот квест, что типа тонна. Тонна. Очки. Так, кольцо. Да, тут еще много чего ловить придется. Килограммов. Не вижу, конечно, смысла, но может быть действительно вы правы, что это тонну надо поймать. 5000 опыта, 55 тысяч баллов статистику. Ну окей, давайте отменим его, он нам не нужен, по идее. И потом попробуем как-нибудь поймать вот эти щучек, вот этих три щучки. Попробуем. Вы мне там в комментариях писали. Если не трудно, еще раз напишите, где можно поймать таких маленьких щук. Потом в следующей серии тогда мы непосредственно поедем на это место, будем пытаться поймать этих щук. Ну а пока что будем зависать здесь. Немножко еще подловим. Я сейчас даже не знаю пока на что копить. На удочки или на садок. Или на рюкзак. Кто его знает. Но денег все равно очень мало. Еще можно, кстати, лабораторию сделать тоже. Потому что одну рыбу сидеть ловить тоже надоедает сильно. В русской рыбалке не очень сильно надоедает. Если ловите там акул белых под эликсир. Или там еще какую-то там черта лабынкирского. Вот это вот, конечно, круто. Оттащили эликсирчика. И отлично. Опыт сразу упал. Но в русскую рыбалку пока не хочу идти, обновления никакие не выходят. Пока не в кайф туда лезть. Если были... А, мне там меня еще написал тоже человек в личку, по-моему, что типа, да, в личку. Вышло обновление русской рыбалки, онлайновской 3.9. Ну, конечно, можно почитать за него, я еще пока не читал, не смотрел, то что как-то мне это не интересно. Но можно почитать, думаю, там что-то интересное, может быть, добавили. Но я сомневаюсь, потому что если даже вообще сомневаюсь дойти играть еще раз, потому что даже на Новый год никакого подарка не дали, но это вообще идиотизм, я считаю. Можно было хотя бы каждому по 10 миллионов хотя бы дать. Нет, разработчики игры сказали, зажлопились. Понятно, то лишь бы карман свой набить. Так, все у нас подходит к концу. Садок. Сейчас мы его забьем. Да, еще можно одну рыбку вытащить. Лишь бы она зачетная была. И на этом уже, наверное, закончим нашу серию. Как видите, тратится 20 минут, чтобы наловить полный садок этой рыбы. Вот где-то за час три садка на базу. Так, садок. О, сейчас вообще глядите. По совету одного из подписчиков лови вот так вот, как он советовал, и в итоге остался в заднице. Денег очень мало. Очень мало. Я столько еще с этой рыбы не получал. Вообще. Так что лучше я буду ловить на дне и не ловить так, как он. Потому что вот это вообще, смотрите, у меня идет минус вообще. 200 кредитов, даже больше чуть, я теряю просто. Просто теряю. А мне этого вообще не нужно. Все, продать. Все, продать рыбу. Окей. Так, ну на этом, я думаю, мы закончим нашу серию. Вот мы только вернули деньги на поездку сюда. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, ждите следующих видео. С вами был Герман. Пока-пока.